Ой-о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 й. Ну тут... Меня сначала напугал тот факт, что на пятый летит многое. То есть я хотел перебраться на пятую платформу. Полетело что-то много мусора в тот район. Но в итоге залетело всего одно яблоко. В итоге на мою платформу залетело два. Я думаю, ну, отлично. Да, ну да, балансинг, это уже, конечно, попытка неплохая. Синюю атаку после балансинга, кстати, тоже сложно считать, довольно сложно считать. Возможно, здесь сложность добавляет вот этим атакам быстрые взрывы. Быстрые взрывы, то есть какой-то хаос там. Но это, кстати, срабатывает. То есть... Как-то я начинаю паниковать побольше, когда вижу эту атаку. Вот эти атаки, то есть тут не одна такая атака. Хотя бы там синие взрывы, там предфинал, вот после бананов, вот это тоже можно назвать, в принципе. Даже с натяжками можно. Да, можно, можно назвать, в принципе, такую атаку, хаотичную, где много всего взрывается. Да. Так, повнимательнее концовку сейчас играть. Жесть, ну вот это было просто супер жестко. Это чуть ли не единственный правильный вариант, наверное, я избрал. Там окно было совсем небольшое, на самом деле. Да, ну сейчас наконец-то игра пошла. Пошла игра. Сейчас я, кстати, чуть не приземлился на голову. Была опасная ситуация в этом плане. И смотрим опять-таки на... На яблоке, на баунсинг вот этот, что куда летит, что летит на эту платформу. Так, наверное, надо подняться уже. Наверное, надо подняться, да. Подняться, и тут надо внимательно сейчас перейти, да, сюда, правильно, правильно. Пока вроде в мою сторону не летит, нифига. Вот это, кстати, яблоко опасное. Да, ну слушайте, ну вообще почти бесплатный баунсинг. Редко такое бывает. На самом деле редко такое бывает. Сейчас надо сосредоточиться, конечно, на синих яблоках. Надо делать еще один стих финал, я считаю. Надо делать. Доиграть, доиграть до конца, да, это бананы. Бананы два... Ой-ой-ой-ой-ой. Я упал. Не знаю, как вообще это на все повлияет. По идее, наверное, не сильно должно повлиять. Но может быть неприятно, теоретически. На предфинале, если я до туда дойду. Хотя да, по идее, никаких последствий быть не должно. Потому что бананы идут довольно... долго для того, чтобы голова прям ко мне близко подъехала на уровень пятой платформы. Ну вот сейчас ситуация не очень такая приятная на самом деле. Не, бесплатно, бесплатно. Все, поехали. Ой, трэш. Вот этот финал, это трэш. Читать очень тяжело. Ну, это, наверное, пиби уже. Это очевидно пиби. Хереть можно. What the fuck? Как я... как я выжил там? Ну все, пожалуйста, пощади уже. Ну, мать. Заканчивай это уже, дерьмо. Есть! 7 часов. 7 часов я это проходил. Ой,
Фух. Фух,